Представители центрального аппарата ведомства работают также и в других наиболее горимых регионах, в частности в Амурской области и в Приморском крае. По данным, на утро 9 апреля в Забайкалье на территории лесного фонда действует 10 лесных пожаров на общей площади свыше 440 гектаров. Лес горит в Балейском, Могочинском, Сретенском, Чернышевском, Шелопугинском, Газимурозаводском и Карымском районах. Особый противопожарный режим действует в 25 муниципальных районах. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. По данным пресс-службы Федеральной авиалесоохраны, на тушении работают 467 человек, 72 единицы наземной техники и одно воздушное судно.